Привет, мой сладкий, привет, мои хорошие грязки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас очередной Тигр Мейл. Вот, и пришло 5 писем. Вот, но это не те письма, которые я ждала уже давно. Потому что девочки мне писали, что отправили письма, и они никак не придут. Вот, и приходят другие письма, а те просто вот никак об этом переживаю. Не знаю уже, что делать и как их искать. Потому что те письма в Mail Art'е. Они там должен быть фолдер и что-то еще. Вот. И поэтому очень обидно, если письмо потеряется. Итак, давайте начнем с каких-нибудь тоненьких писем. А самые пухленькие оставим на конец. Это письмо у нас было отправлено 14 марта и получено 19. У нас оно от Екатерины из Приморского края. Давайте посмотрим. Мне кажется, здесь только письмо. Потому что письмо очень тонкое. Вот. И кажется, да. Да, здесь только письмо. Вот это новое письмо от нового собеседника. О, здесь есть такая вот вырезка. Очень классная вырезка. Даже не вырезка, это, скорее всего, карточка какая-то. Вот, безумно красивая. Так что обязательно прочитаю за кадром и жди от меня ответ. Далее письмо от Сидоровой Анны из Подольска. Кажется, это уже ответ на мое письмо. Да, здесь что-то интересное. У нас письмо было обернуто в листик, в обычный тетрадный. Вот само письмо. Кажется, здесь вопросы. Вот так вот прикольно здесь сделан рисунок. Классно. Очень красивые тюльпаны. Так, само письмо из двух листов состоит. Ух ты, здесь что-то интересное. Сейчас посмотрим. Такая вот... Ой, картинка. Вот, акварельная. Очень классная. Так вот сделано. Да, вот так вот под углом больше видно, какая она на самом деле. Она очень красивая. Такая прям летняя-летняя. Так, ух ты, сколько здесь всего. Земфира моя любимая здесь есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Огромное спасибо за Земфиру, прям вообще. У меня никаких выдаток, ничего с ней нету. А очень хочется для дневника. Так, рецепт классный. Надо приготовить обязательно. Да, да-да-да, надо приготовить. Люблю, когда такие воздушные торты, очень легкие. Что это за журнал, интересно? Упс, это упс. Я его не покупаю, к сожалению. Я вообще его у нас уже в последнее время не вижу. Видимо, где-то редко продавать стали, да. Такая вот открытка очень классная. Смотрите, прелесть просто. Ну, пустая. Можно ее куда-нибудь прикрепить. Такая, с тиснением серебристым. И с бантиком. Очень классная. И кажется... А, еще здесь есть вот такая вот классная карточка. Это тег. Ух ты, я такой так первый раз вижу. Пусть каждый день с улыбки начинается. Спасибо. Золотым тиснением. Посмотрите, как он отсвечивает. Потрясающий тег. Действительно, вижу первый раз. Видимо, он какой-то коллекционный, фирменный, но очень красивый. Вот так вот, да. Спасибо большое, очень классное письмо, очень теплое, прям, я уже это чувствую. Обязательно жди от меня ответ. Вот, и здесь такой милый стикер с тигренком, вообще классно. Спасибо большое. Далее у нас идет от Губарёвой Елены. Надеюсь, правильно. Алтайский край. Так, это... Мне кажется, это уже ответ. Ух ты. А здесь внутри вот так вот. Ух ты. Здесь у нас конвертик. Сейчас посмотрим.
Я знаю, что ты увлекаешься творчеством, поэтому небольшие подарочки для тебя. Вот это да! Спасибо большое. Сейчас откроем как-нибудь аккуратно. Очень красивый конверт. Вот здесь вот открывать уже вижу, вот они наклейки. Сразу не заметила. Кстати, здесь был такой скотч с ножницами, типа срезать здесь. И я прям так и подумала, что правильно режу. Обычно всегда с этой стороны вскрываю конверты. Так, очень красивое письмо. Кажется, здесь все. Очень классная собачка. Это письмо первый раз мне пришло, а я думала, что я уже отвечала. Просто я так запуталась, если честно. У меня очень вас много, вот, и поэтому я знаю фамилию, имя, но я думала, что я уже отвечала на письмо, простите, пожалуйста. Вот, и я очень рада, что ты мне написала. Посмотри, как красиво украшено. Не конверт, а письмо. Просто вообще красота. Обязательно отвечу за кадром. Все-таки это все личное. Не хочу читать на камере. Вот, и давайте попробуем аккуратно открыть вот эту красоту. Это у нас не скотч, наверное. Это, наверное, у нас приклеено. Да, скорее всего, тогда я вот здесь вот аккуратно открою ножницами сейчас. Мне все-таки удалось вскрыть здесь. Вот, может быть, это был скотч. Ну, теперь я не узнаю. Ух ты, ух ты! Салфетки! Салфетки, вы представляете, о которых я все время ныла и говорила, что у нас их не продают? Вот бежевые салфетки, вот белые. На камере, наверное, не видно, ой, отличий. Вот, но они бежевые. По три штучки каждый. Блин, это так много. Спасибо большое. Как бы показать? Ну, в общем, это бежевые, это белые. Такие красивые. У них такой разный узор. Так интересно. Где вы их берете? Просто у нас вообще, когда приходишь, спрашиваешь про такие салфетки, и на тебя смотрят как на дурака. Типа, что? Откуда вы взяли, что такие салфетки существуют вообще? Мы такие не продаем. О, арбузик. Арбузик. Есть такие листочки. Много. Так. И что-то там еще есть. Какой-то сюрприз. Сейчас достанем. Были вот такие вот наклейки. Очень прикольные. Они объемные, они 3D-шные. Вот, видно. Бабочка, пчелка и еще одна бабочка. Спасибо большое. Люблю наклейки с бабочками. Они всегда прям вот пригождаются, особенно в оформлении писем. Что, Леночка, спасибо тебе большое. Обязательно жди от меня ответ. Поищу ВКонтакте всех девочек, отвечу им, что получила письма. Теперь далее идет у нас от Постновой Ирины. Постновой, Постновой. Прости, что коверкую, правда, не знаю, как правильно. Костромская область. О! Ух ты! Как много! А письмо? И письмо. Это первое письмо. Какая красивая карточка, посмотрите. Она сама ее рисовала, как я понимаю. Потом прочту письмо и узнаю. Очень красиво, прям вот. Хочется трогать, разглядывать. Красиво. Так, спасибо. Что у нас здесь? Не смотрела. Хотела сходить. Тоже хотела сходить, никак не посмотрю. И вот такая вот фотография. Красиво. Очень красиво. Это, наверное, музей какой-то. Здесь не написано. 9-й год. Очень интересно. Архангельская губерния. Резьба по кости. Вот так вот. Прям какая-то такая туманная, волшебная. Обязательно потом прочту все в письме. Вот, спасибо тебе большое за твое письмо. Особенно эта открытка, она такая красивая. Обязательно жди от меня ответ.
И теперь переходим к самому пухленькому письму от Черновой Ирины Андреевны из города Москвы. Так, здесь вот у нас красиво так написано. Это у нас заказное, оказывается, письмо было. Вот, и тут всякие сюрпризики. Я уже вижу там конвертик какой-то. Это тоже первое письмо. Календарик у нас. Ух ты! О, господи, какая красота! Это, наверное, самый красивый календарик, который мне дарили. Он ламинированный такой, прям вот вообще фирменный. Как я люблю вот все связанное с полетами, аэропортами, самолетами. Это просто, не знаю. Хотела бы я жить в небе. Ой, какая красота. Прелесть такая. Малыш, видишь, не? Это, наверное, твой кролик. Очень классный, спасибо. Самое главное, заметьте, что здесь кит. Я очень люблю китов. Вы это знаете. Так. Оп. О, господи. Малыш кит. Посмотрите. Мягенький, из фетра. Какая прелесть. Какая прелесть. Смотрите. И тут лапонька. Спасибо большое. Так. Здесь у нас чай для хорошего настроения. Не буду сейчас открывать. О, какая лапочка. Кролик маленький. Такой хороший. Так, и вот такое письмо, большое, большое письмо на 4 листа, смотрите, Бенедикт, о май гад, это же просто, о боже, Бенедикт, вы понимаете, здесь Бенедикт, я не могу, у меня нет слов. Ну все. Как я могу читать письмо, когда здесь Бенедикт? Ну что ты делаешь? О боже мой. Здесь розочка. Вот так вот. Да. И олень. А здесь у нас волк. Так, здесь у нас кит. Прекрасный. Так, больше нет Бенедикта. Здесь про викингов. Вот здесь у нас олененок, а здесь у нас потрясающий рисунок дракона и меча. Посмотрите, какая красота. Вообще. Прелесть. Спасибо большое за твое письмо. И особенно, особенно за него. Это просто прелесть. Это шок. Я буду каждый раз возвращаться, думать о тебе, думать о Бенедикте. Ну, в общем, короче, все поняли, да? Вот. Я обязательно прочту письмо, обязательно на него отвечу. Вот. И на этом все, наверное. Вот. Спасибо за все твои подарочки. Это просто, наверное, одно из самых душевных писем. Вот. Я вообще в шоке. И... никак не ожидала получить это. Вот, ты меня подкупила, вот, правда, подкупила этим. И, простите все остальные, но тут Бенедикт. Ну что, что я могу с этим поделать? Вот. Спасибо за поднятие настроения и спасибо вообще за все, за ваши письма, за ваши душевные рассказы, за эти конверты милые, за вообще все-все-все-все-все, за ваше внимание, любовь, вот, и за то, что вы хотите со мной общаться, потому что я тоже очень хочу с вами общаться. Вот, всех люблю, целую, обнимаю, и до новых встреч, пока-пока!